Здравствуйте, уважаемые владельцы наших питомцев. Хочу вам ответить просто на один вопрос, который поступает, на самом деле они поступают постоянно. То есть они прям постоянно, с периодичностью там раз в 2-3 недели, иногда там бывают перерывы, да, но все время поступает один и тот же вопрос. То есть мы были у невролога, невролог стоял там в уголочке, я даже в своей лекции такое другое письмо приводил, можете посмотреть. Лекция называется там «Неврологические осмотры», да, и, в принципе, приблизительно все одинаково, что мы пришли к неврологу, невролог стоял у стеночки, даже не посмотрел, сказал два слова и ушел, вот. Ну и вот у нас здесь тоже такой же приблизительно случай похожий, да, что стало плохо, пошли в клинику, к кардиологу, вот. Потом записались, кардиолог отправил к неврологу, записались к неврологу Лепенкову Дмитрию Викторовичу, да, и владелец хочет по приему разъяснения. Вот я, собственно говоря, вам его и даю. Как ведется осмотр, да, что сначала заходит владелец в клинику, и там есть ассистент врача. На самом деле этот ассистент врача такой же врач, то есть такой же точно дипломированный специалист. Но это не важно. Важно другое. То, что владельцы кажутся, что это там, худшего качества врач, наверное, так. Да? Хотя на самом деле это не так. Вот. И отсюда, что записывались не к ассистенту. Я уже, в принципе, сказал, что это такой же точно врач. Он начал прием с логичного вопроса, что случилось, и мне пришлось заново все рассказывать. Напомню, что вся история есть у вас в электронной карточке. То есть, владельцы приблизительно все так и говорят, что зачем я по 2-3 раза одно и то же повторяю. Вот. Врача не было на приеме, затем влетел врач, послушал собаку. Повертелся голову собаки вправо-влево, он на самом деле провел неврологический осмотр. Вот это повертел голову, это и есть неврологический осмотр. Вот. Сказал, что нужны видеозаписи приступа, и все. И вот, собственно говоря, владелец не понимает, а что это было, почему так происходит. А почему так было и почему так происходит? Потому что существует вообще-то руководство по ветеринарно-неврологии. И любой невролог, да, который работает и занимается неврологией, старается приблизительно хотя бы следовать этому руководству. Если вы посмотрите в руководстве по неврологии, как там написано и что там написано на самом деле. Так вот, здесь написано, что анамнез со слов владельца собирает, это иностранное, да, руководство, и здесь написано, что вот тот анамнез, который у вас собирал, собственно говоря, такой же врач, который находит, который ассистент у Лепенкова, да, должен собирать вообще администратор. Вообще администратор. Да? То есть вы заполняете анкету у администратора. Мы подумали, что стоит ли, не стоит администратор, он же не ветеринарный врач. То есть вот он не ветеринарный врач. Этим, собственно говоря, загружать, да, и пускай все-таки ветеринарный врач собирает. Вот. Дальше. Это отдается ветеринарному врачу, вот, и, естественно, в первую очередь все вот эти данные, которые вы говорите, записывает ассистент. Здесь четким, черным по белому написано, чтобы для того, чтобы собрать нормальный анамнез, приходится многократно перефразировать фразы. Это же не зря написано, понимаете? То есть это руководство не зря написано. Да? Почему сначала, мы исключили только то, что администратора, да, потому что, собственно говоря, ассистент собирает первичный анамнез. Потом приходит врач и дополняет вопросы, перефразируя их и спрашивая другими словами то же самое. Для чего это делается? Это делается не просто так. И в руководстве по неврологии это написали тоже не просто так. Потому что каждый раз,
владелец рассказывает совершенно разные вещи. И собрав из двух, как у нас, либо из трех источников какие-то данные, мы получаем какую-то информацию. У нас очень часто бывает ситуация, когда владельцы не записывают, говорят, мы пошли к врачу, у меня ассистент, вот, постоянно, ну, раз получается такая ситуация. То есть в результате нет анамнеза, ничего не записано, не, ну, и так далее, да? То есть почему так происходит? Ну, наверное, я не знаю, почему так происходит, честно говоря. Наверное, что-то не то происходит в нашем мире. Вот, да. Вот. Поэтому все, что мы делаем так, именно опираясь на те руководства по неврологии, которые существуют. Да. Должен быть анамнез, должны быть данные. А лучше, если собирается это двух-трехкратно. На станции трехкратно собирают, трехкратно. Одно и то же, трехкратно. Потому что врач смотрит, что написано, потом слушает ассистента, потом смотрит сам, потом еще сам спрашивает. И вот такое трехкратное, ну, как бы, трехкратный допрос, по факту, он позволяет как раз получить хоть какие-то данные, которые хоть как-то можно использовать. Вот. У нас, конечно, всякое бывает, да, вот сейчас только был странный человек какой-то, да, который пришел, начал кричать, что вы должны меня принять, дал мне диск КТ, сказал, у нас тут онлайн-консультация. Я такой думаю, онлайн-консультация? То есть стал вызывать меня, говорю, я не могу принимать вас, когда нет пациента. Ну, питомца-то нету. Говорит, вот вам диск, но вот, ну, дает диск КТ. Вы должны все по диску мне сказать. Вам будет здесь достаточно данных для того, чтобы сказать, что с собакой надо делать. Потом он начал нести какую-то совсем чушь, что он там говорил, что я его не хочу принимать, потому что он еврей. Я такой думаю, так, моя прабабушка Сара Давыдовна, да, вот, начал кричать, что он сейчас вызовет милицию. И так далее, и так далее. Я понимаю, что весна, проблемы, но у кого-то психологические, ну и так далее. Но вы понимаете, врачи делают свою работу, исходя из тех данных, которые есть в руководствах. Их придерживаются и делают именно так. А не потому, что они так придумали. И не потому, что если ваше представление о приеме отличается от приема, то вы всегда можете спросить у врача, я вам, собственно говоря, сейчас я это отвечаю, почему ведется так прием, и любой нормальный врач вам скажет, почему ведется так прием, почему невозможен прием без пациента, потому что надо его осмотреть, почему невозможен прием без хотя бы, вот онлайн-консультации я даю, да, а почему невозможен нормально что-то говорить по пациенту, когда нет описания симптомов. Это не случайно. Это не потому, что врачи. Мне так вообще. Говорят, мы вам заплатим. Я говорю, что? То есть как вы мне заплатите? То есть вы мне хотите... То есть вы думаете, что я отказываюсь лечить пациента через интернет, потому что вы мне не платите, что ли? У меня так сын показывает, говорит, ку-ку. Ну, это так смешно, конечно, да, ну, маленький такой, говорит, ку-ку, говорит, ну, понимаете, то есть вот, это вот реальность, то есть, это, ну, это реальность вот сегодняшнего дня, то есть, осмотр обязателен, данные осмотра, если это онлайн-консультация, обязательно, никакого лечения через интернет, это обязательно, осмотр и прием ведется по определенному принципу, этот принцип такой, на сегодняшний день, и мы его используем. И если будет другой принцип, если придумают какие-то другие способы, то мы будем использовать по-другому, мы будем вести прием по-другому. Но не стоит задача понравиться какому-то человеку отдельному, стоит задача собрать максимальные данные, знания по какому-то конкретному пациенту и уже тогда лечить, ставить диагноз и лечить ту или иную болезнь. Вот и все. Вот в этом смысл. Поэтому
спросите у врача, почему ты так ведешь осмотр. Любой нормальный врач скажет, ну потому что вот так это делается, потому что это уменьшает возможность ошибки, потому что это дает возможность ассистенту более подробно записать в историю болезни те симптомы, которые есть, да, а врачу уже с другой стороны посмотреть на создавшуюся ситуацию. Ну, вот мы несколько раз пытались ввести через администраторов, чтобы приходили, да, и вот так, у нас есть эти опросные листы, они у нас есть в базе, да, там, ну, на 3 или 4, там, по-моему, даже больше листов, опросник такой. Ну, вот, наверное, есть смысл еще и это ввести, для того, чтобы таких вопросов было меньше. Ну, чтобы, наверное, уже в полном объеме соответствовать как раз руководству. Тогда будут вопросы, а что это вообще администраторы, они вообще не врачи? Что это они там что-то спрашивают? Ну вот в чем проблема. Вот, вот. И вопрос, почему стоимость как за посещение врача, но по факту прием ведет ассистент? Нет, ассистент просто спрашивает, расспрашивает. Вот. А принимает решение врач, что дальше делать, исходя из этого. То есть, если вам кажется, что ведет ассистент, то нет. Ведет врач. Потому что если администратор будет давать вам лист назначения, это же не значит, что он будет вести. Ведет прием врач, тот человек, который принимает решение. И решение на враче. Вот так это определяется. То есть, кто ведет прием? Тот, кто принимает решение. Вот и все. Все очень легко и очевидно и понятно. До свидания, до новых встреч. Пока.